Всем привет! Сегодня на нашем канале не обзор, а у нас небольшое как бы добавление к видео. Меня начали спрашивать по поводу того, можно ли через данный стабилизатор, в который подключается GoPro через USB, возможно ли подключить в ее USB выход микрофон, то бишь ту же петличку, с которой я сейчас с вами разговариваю. Я вот решил провести небольшой тест. Итак, вставили ее, камера включилась. Итак, сейчас включаю стабилизатор. Стабилизатор работает. Итак, я сейчас снимаю через камеру GoPro. У меня идет звук через петличку в эту камеру, и, соответственно, на GoPro идет чисто через две микрофоны. Сейчас я беру кабель, подключаю ее к GoPro через вот этот вот вход. Так, включаю. И сейчас я отключу петличку вот отсюда и воткну ее сюда. Итак, тест 1, 2, 3. Включаю петличку. 1, 2, 3. 1, 2, 3. С петличкой. 1, 2, 3. Без петлички. 1, 2, 3. С петличкой. Так, сейчас переключу. 1, 2, 3. С петличкой. 1, 2, 3. Без петлички. 1, 2, 3. С петличкой. 1, 2, 3. Без петлички. Один, два, три, без петлички. Итак, друзья, как вы видите, микрофон не работает. К сожалению, через этот вход микрофон пока не подключается, по крайней мере, на данной прошивке. Я попробовал подключить его с двумя вариантами, и он и off, и он и off на видео. Соответственно, ничего не получилось. Подключать сюда, сами понимаете, смысла нету, даже если он через микро-USB подключится к камере, то все равно снимать будет неудобно, поэтому сюда подключать смысла не было. Спасибо вам большое, друзья. Всем счастливо, пока. С вами Макс, канал Шестеренка. Удачи!